Два человека погибли и еще один в тяжелом состоянии. Это результат ДТП под Мариуполем. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. По сообщениям правоохранителей, авария произошла около 11 часов утра. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль. Водитель «Джили» в тяжелом состоянии госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции. Водитель «Мерседеса» двигался со стороны Мариуполя в сторону Урзуф. Не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Джили». В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» погиб на месте, а также погиб пассажир.